Начинаю говорить по-русски. Швензы нужно брать вот такие, у которых одно ушко. Я беру два инструмента. Для меня удобнее, чтобы не портить пальцы. Разжимаю колечко. Вытаскиваю. Нахожу обязательно та сторона, которая чище. Это или это. Вот, вот здесь, например, это красивее. Значит, она будет лицевой для меня. Вот лицевая сторона. Софья, ответь, пожалуйста. Значит, соответственно. Софья, ответь папе. Вала. Это не папа. Это собрано. Все. Поцелуй.